Рабочие поездки главы Ленинского района Валерия Венцеля по территории муниципалитета продолжаются. В этот раз в зоне внимания властей оказался индустриальный парк «Андреевская», расположенный в Молоковском сельском поселении. Данный промышленный кластер существует уже 4 года и объединяет в основном представителей малого бизнеса, а виды их деятельности совершенно разные. Мебельное производство, производство автомобильных запчастей, склады, склады в аренду, дорожники у нас, коммунальные службы и бетоносмесительные узлы, инертные материалы. Сейчас порядка 20 резидентов работают здесь на постоянной основе, и к одному из них Валерий Венцель направился в гости. Ярославский завод по производству тормозных колодок открыл в индустриальном парке логистический центр. С точки сбыта, вся Россия, ближняя зарубежья. Центральные коммуникации, асфальтированные дороги. Формат технопарка позволяет компании не тратить время на освоение участка, а сразу приступить к работе. И значит, будут расти налоговые поступления в казну поселения и района. Все бизнес-сообщество, которое там, в том числе и на прием населения приходит, мы наоборот говорим, ребят, вот у нас есть действующие индустриальные парки, пожалуйста, там уже полностью сформированные и участки там готовы вам предложить. По мнению главы Ленинского района, будущее именно за технопарками. И в планах властей увеличить их количество.